Новый. Теперь мой кочевник лысый. Я хотел лысого же. Так, я, получается, оттенок кожи выберу уголька, наверное. Уголек? Нет, светлый будет. Ладно, у тебя кочевник темненький, да? Да. Я буду тогда светленький. Волосы будут у него. Давай я пока рез пособираю. Так, волосы какие-то. Длинный хвост будет. Борода. Какая борода? Вот такая, 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 такая. Нет. Не нравится мне борода их. Вот этот нормальный. Нет. Вот это нормально. О! Оттенок Короче, волос. Я тут попал под дождь, и у меня сразу сырость бафнулась. Здесь как будто... А ты это, волков видел в игре? Я не видел вчера вообще. Как нет, я только не... школьников, первоклассников видел. Вот эти с вот большой это... сумкой. Так. Игру мы получили в раннем доступе. Первые из получателей, да? Одни из первых. Да. Одни из первопредшественников, первопроходителей. Хотя давно игра вышла, наверное. Вальхейм. Вальхейм. А тут огры бывают какие-то, получается. Так. Двор, это гарпия же тебя несет. Да? Да, да. По идее, гарпия. Выбегаю я из леса и вижу мужик какой-то. Да ты беременный. Сейчас, подожди, не пугай. Не пугай, я же тебя предупредил. Мне страшно. Так. Гаси, гаси. Правильно, я школьника на себя возьму. На. 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 Ща. За мной бежишь, да? А вот у тебя рано, ты это похавай. Ты завис еще. Провалился. Вон он домик. Как будто церковь. Какая-то. Давай тогда вот это разберем. Я побежал, разберу. Я тогда пока порублю деревья. Огонь там можешь сделать, а то застынешь. Два, три, пока нет. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9. Вырубайся, вырубайся. Ломай, ломай, ломай. Довольно прикольная игра, да? По идее. Ага. Это своего рода Майнкрафт. Да, в стиле скандинавской мифологии. Оу е. Оу е. Я прибежал. Давай, я прибежал. Сейчас огонь поставлю. И верстачок сюда. Вот так вот, вот так вот. Рубим, рубим. Неплохо получается. А, вот. На меня сейчас упадет. Я думаю, на меня сейчас упадет. Всё, теперь с двух сторон качественно. Так, дверь поставим. Не, ой! Ничего там у тебя, лесоповал, блин. На меня дерево упало. Мама, вызывай ГИБДД. Давай, давай.
Блин, я собаку четко слышу, хочу пса себе. Ну, лает где-то здесь. Кубан. И кабана руками. Я уже... Это долбанный Олег. Ты, по-моему, перепутал. Что, дерево есть у тебя? А дерево закончилось? Тут оно, блин, как тает, капец, как тает. Что-то тут не так. Ты что здесь все перерыл-то, ёб твою мать? Ты посмотри, что ты сделал здесь. Я не знаю, как... А я думаю, чё, блядь? Пол-то нахуй такой, ёбаный в рот, ты чё сделал-то это? Я не знаю, какая-то эта херня это произошла. Это пещера хоббита нахуй. Нора, блядь. Да выёбывался, блядь, нормальный же пол был, блядь. Я не могу. Вот как теперь заебал? Я не могу. Что я не знал? Сука, блядь. Я не знаю, я не могу. Я не могу. Ты чё сделал? Не надо, не надо, а, не надо. Давай пол заебеним сейчас и все. Подожди, не надо, подожди, тут неровно, смотри, она выравнивает, подожди, сейчас все будет. Чуть-чуть, подожди, видишь, пол даже виднеть начал. Блядь, это... крыша нахуй, пиздец ебаная, сейчас надо переделать. 26, вот, 20. Видишь, все нормально. Я не знаю, в какой-то момент она просто закапываться начала. Я такой, нихуя себе. До дерева. Тут выровнять надо землю. Чё так, мне грязь? Не вот здесь она, какие-то камешки, блядь. Мы ковер туда заебением заебал. Ковер. А чё, есть ковер, что ли? Да. Успокоил. Короче, я принял решение улучшить дом. Опять бежит. А почему ко мне бежишь? О, так ты его уже согрел, я сам по себе. В смысле, я вообще рублю дерево? Ты да ты бесь. Тебе зачем щит-то, я не пойму. Ты его не защищаешься нихуя. Он для красоты мне. Вот они викинги, не викинги, а эти. Асгардцы, они что, в сухомятку хуярят, что ли, все? Хуй его знает. Я смотрю, малина схавал, грибок схавал, грибочек, мясо сожрал. А чем это? Чем? Это все переваривать дальше. Почему я именно это хотел сказать? Не знаю. Это можно было с ним сделать, по идее. Мы же романтики решили, блядь. Я несу голову, короче. Как бы он тут не появился, не убил нас с тобой, нахуй. Ты только сразу беги, так. Я не знаю про этих. Про противников здешних. Самый вот, смотри, Карлсон. Вот Карлсон, смотри. Ну, Карлсон. Где? Натуре, да вот на камне. Здесь олень нужен, да? Вот же олень у меня. Сейчас почитаем. Его рова словно ветви железа, они камни и горы крушат. Копыта его словно гром, колеса его вьющий шторм. Все, это... Олень? Да. Ставь. Возьми... дай, скинь мне его тогда. Вот, смотри, держи. Здесь орел, здесь череп. Здесь этот голем и призрак здесь. Нам надо оленя сперва, да? Вот нам куда надо. Вейтюр-то вот это. Да, я вот отметил ее. Айда тогда, пошли туда. Возьми эту голову, пошли туда. Быстрее! Сюда надо голову! Подняться... Быстрее, быстрее! Да, блядь, это... С какой стороны вставать, блядь, тут, что, блядь, забраться на эту гору ебаную? Ты нет, ты с правой стороны обходи. Вот факел, видишь, смотри, факел.
Вы нашли место призыва у одного из павших. Сделайте правильное подношение алтарю, и павший появится. Однако будьте осторожны, павших нелегко одолеть. Так что наденьте лучше доспехи, создайте оружие посильнее и поешьте как следует, прежде чем вступать сами. Короче, ты его ближний бой принимаешь? Еще одну бошку надо, оленя. Че сказали, два? Два. Блять, давай оленя. Да, ебать! Там голова только свиная есть у меня еще. Надо оленя убить. Здесь снег, да? Тогда нам не стоит туда идти. Мы же замерзнем. Надо оленя найти. Давай в снежный бьем, зайдем по-бырому. Это волк, волк. Гора, там, короче, волк. Открылась. А, не, кабан это и кабан, ну. Вы замерзаете, короче, здесь холодно еще. Волк здесь есть в натуре. Вот он, волк, на меня напал. Бежит. Нихуя, да, там второй его, волк, ну. Его не убить, а они, короче, меня окружили с двух сторон. Я еще и без брони, да на нахуй! Он через щит и уебал меня сразу. Короче, мы умерли. Я думаю, уже все поняли. Эти ублюдки. Срань господня. В следующей серии я его убью, блядь, заебал это нахуй.